Обильные снегопады значительно усложняют дорожное движение. Число ДТП в эти дни увеличивается в разы. Большинство из них – это небольшие аварии во дворах или легкие столкновения при остановке на светофорах. Из-за обильного количества аварий водителям для оформления ДТП приходится долго ждать сотрудников ДПС. Благо, сегодня у уфимских автолюбителей есть альтернативный вариант. Аварийного комиссара на место ДТП сегодня можно вызвать бесплатно. Проводит акцию Центр аварийных комиссаров при поддержке Федерации автовладельцев России в республике, и продлится она до 31 декабря этого года. Действует два круглосуточных номера. Это вот вы видите их здесь, на машине. 298-58-48, 298-46-66. Позвонив по этим номерам, вы можете получить бесплатно выезд аварийного комиссара, оформление без ГИБДД, там существует несколько аспектов. Ущерб не должен превышать 25 тысяч рублей. Ущерб должен быть только материальный, то есть не должно быть пострадавших, и участников не более двух. И споров между ними не должно быть по поводу, кто виновен. Кроме того, в бесплатные услуги входит фотосъемка места ДТП, получение справок в ГИБДД, оценка ущерба и документальное сопровождение в страховую компанию. Михаил Васильев, Сергей Пичугин, телеканал ЮТВ.